будем проводить совместно рейдами. Рейды следующего образа, то есть в автомобиле скорой помощи будет находиться патрульный, также там будут находиться представители средств массовой информации, которые, на помощь которых мы очень рассчитываем. Подобные рейды мы будем проводить каждую неделю для того, чтобы немножко воспитать наших водителей и напомнить им о правилах дорожного движения. Почему все это происходит? Потому что мы сейчас в преддверии курортного сезона. И мы прекрасно все знаем, что количество людей увеличится на территории города, в принципе, и области. Но и также вызовы будут сыпаться намного чаще, как на линию 102, так и на линию 103. Выезд должен быть своевременный и оперативный.